В Башкортостане возведут сервисный комплекс бытового обслуживания «Затонский». Объем вложений в проект составит 310 миллионов рублей. Проект включили в перечень приоритетных. В качестве меры господдержки инвестор получит земельный участок в аренду без торгов. Компания планирует завершить строительство в 2026 году и создать 15 рабочих мест, сообщили в Минторге. Сервисный комплекс бытового обслуживания расположится в Уфимском районе вдоль федеральной трассы М7 «Волга». Инициатором проекта является компания «Альянс Р». Комплекс будет включать в себя химчистку, ремонт мебели и предметов домашнего обихода, предоставление услуг парикмахерских и салонов красоты. Здесь также будут работать магазины бытовых товаров, аптека, кафе, парковка для легковых и большегрузных автомобилей, зоны отдыха для посетителей комплекса и пункт заправки электромобилей.